Салют всем, с вами Мастхэт, и вы проголосовали за пару Steam Альпасу, давайте ее отсудим. Стима я уже слушал, дал реакцию, Альпаса я ни разу не слышал. Если вы хотите, чтобы следующее судейство пары Шум-Лучник вышло завтра, вот прям завтра, то соточку лайков под этим видео оформляйте, и завтра выходит Steam-Лучник. Давайте, принимайте челлендж, подписывайтесь на канал. Надо, чтобы еще 3700 стало, там 15 человек на данный момент осталось. Давайте, поехали слушать Стима. Я все осознал, теперь только вокал. Мы же тут в конце концов не на рэп-бэтле. Судьи протащили в пятый раунд меня, мудака. Подвоха никакого в этом нет ли. Однообразный флоу, слишком грубый голос, олдскульный унылый бит. Но я учел все ошибки и очень скоро смогу в себя всех душнил влюбить. Буду про лучики солнца и правила жизни петь трогательным голоском. И сразу повеет колхозной тоской, а может быть и городской. Побольше умных слов, чтоб гуглил Джонни Бой. Тут одного нефилима мало. Протуберанец, гримуар, пентельтюр, жирандоль. Теперь море для интеллектуалов. Хоп, пущу автотюн, чтобы быть модней и не теряться на общем фоне. Ищу гитарку погромче и виолончель. Даже лок-дог был бы мной доволен. В неожиданном ракурсе, положив тут на драку, хер я бегу обнимать Эль-Пасо. И растрогавшись судьи, мне вышибал, моментально присвоят все сразу. Под эту песню тихонько заплачет ПМ, ее рейд раунд скинет Санчесу в личку. У них две полоски на стриме, поздравьте все, давайте же поможем бабки стричь им. Ну, типа, с двумя полосками забавно. И чтоб попасть в плейлист к вам, я теперь, естественно, выпрыгну из колесо. Хотя стоп, стоп, погодите, вы о чем вообще? Идите нахуй со своей попсой. Так, ну тема раскрытия, как я и говорил в реакции, это троечка. Мне прям все понравилось. Давайте слушать диссы. 2008 я захотел выпустить сборник агро. А тысячам дай бог, думал тех, кого суппортить надо. Почти два косаря заявок, я оставил всего 16. Вот бесплатный трамплин для старта, чего ждете, ебашьте, пацы. Убери лейбл напечатать диски, хотя мне твердили это трата денег. А я говорил, да конем ебись, главное молодым вытедать из тени. И чё, половина потом из них стала... Ну это респектово, респектово, как минимум. Меня поливать говном, они думали, я этим сборником себе заработал миллиард давно. А мы продали, добил дисков 300, нахуй этот сборник никому не сдался. Но обиженный чем-то вокруг меня, будто драматик устроили с бубным танцем. Мол, ты обещал из нас сделать звезд, где гонорары, где девки, кокс. Ты нас использовал, пидор скользкий, как ты можешь быть так пиздецкий, черт. Ладно, было и было, я не в обиде на парней из-за их бесед. К тому же, если сейчас изучить трек-лист, из них звездами стали почти что все. ATL вышел из группы Ацтеки, Тони Тунайт из Скетчи Стайлс. Круджи скопировал стиль Арсайда, но хуёво, такое не лечится. Бестселлер, альбом продюсировал Дорну, Тимати хиты написал капелла. Честный запул, лучший друг президента, граф Улван, звук бифгайсом дел. MC Клава, это Дай Файв Топ, Дивижн Продакшн, Кураж Бомбей. Лишь Эльбаса остался какой-нибудь пальто, ни с чем, но такой антураж тебе. Что ж, столько лет спустя я сделаю то, что ты от меня ждал. Это 2,5 минут славы, Сань, смело бери их и принимай в дар. Подпишитесь все на Эль-Пас. Скиньте в комменты, я Стима. Все, теперь тебе не доебаться. Все претензии теперь мимо. Внимание, черный ящик. Ничего личного, это просто бэтл. Тоби пизда, это вольерная охота. И ты тут добычу стал. Микро пылает, словно жопа у талиба квели. Лучше снова забудь про рэп. Я твой тариф обнулил. С тобой навечно не овечки. На осечке в карьере бэтл, как ссыла. И я бошки все отсечу. И намерен еще 6 раундов, как 6 голов. Ёбаный гексатрик. Вот вам и вся интрига тут. Вот вам и весь конфликт. Били здесь, били проголодался. Били зол, хули тебе. Тебе надо, блять, со мной бодаться, не резон. Считайте это возвращением рэп-шахида в маске. Я сожру вас всех под водку, как шашлык на майских. Неожиданный ракурс, тут меликом вместо Стима. Отпустить тебя с миром, тут было б недопустимо. Не благодари за 1000 подписчиков в Инстаграм. Внимание, черный ящик, и ты сейчас в него сыграл. Так, окей. Чё могу сразу сказать про по структуре? Как в реакции я и говорил, мне не хватает панчи, поэтому структура 2. Вот рифма, я думаю, 2 или 3, потому что тут почти везде одни двойные. Довольно интересная рифмовка, но есть, конечно, места. Сейчас давайте посмотрим. От меня ждал, принимай в дар. Вот тут вроде двойная. Я от Стима. Вот Стима мимо, типа. Ну, блин, не знаю. Да вроде... Блин, ну прям на тройку
Наверное, не тянет. Давайте два поставим вот так вот. Если что, докинем еще полбала. Техника. Так-то претензий нет, но все немножко так стандартненько, ничего интересного, никакого фаст-флоу, дабл-тайма, ничего не было, поэтому троечка. Фишки. Ну, фишки... Ну, фишки тройку можно, да, и уникальность 3. Что у нас получается? УВ... Ну, УВ 2, прикольно, да. Давайте, 3-2-2 это у нас... 3-2-2. 7 плюс 3-3-3, 9. Плюс 9. Ой, блядь, плюс 9 плюс 2. Да ёпты. Равно 18. Как я и на реакции, да, сказал? Ну, в принципе-то нормально. Давайте послушаем Альпасу. И дальше уже будем определять, ну, и у того, и у другого оценки корректировать. Где тут Альпасу-то? Бля, только не говорите, что мне его искать долго придется. А вот Альпасу. Давай. 5 минут, по-моему, да? 4 с лишним. Вышел на Бобруйске, попетлил чуть в НБО спал. Не шучу, 8 лет, 0 треков, 6 пол. Не вру, есть труф, я не отличу грязный юг от трэпа. Без чувств, будто спал в криокамере. Недостаток практики, стайл как окаменел. А у новичков всех тату на ебле. Странный шмот у них в ателье, шьет моделье. В культуре появилась зелень, будь милосердней. На ютубе люди голодают по сей день. Выпрашивают как собаки лайки. Потом убать, бать, байт. Это МС ракомся, индустрия в неожиданном ракурсе. Службу спасения нужно, звоню 1-7. Меня не узнают, а я вернувшийся Одиссей. И так и изменилось, ладно. И так как в главном смысл, здравый дышит на ладан. Те, кто выше, выпрыгнет из штанов. А для школьников олдскул это что-то новое. Мы в силе поменять ситуацию. Двигать здравых МС и не стрематься. Рэпер разумный, вымирающий вид. По сути, помни, пацан. Помни, пацан. Вот вы подумали, блять, ты о чем? Там целый у линий правильных пчел. Имя им легион, а чё ты не сы? Я хочу менять не образы, а посыл. Я рос под землей, андер прет из меня. Ищу там себя, как трюфель свинья. Еще не финал и не знаю, кто я. То ли Дарт Вейдер, то ли Д'Артаньян. Я взвел карабин. Все караул, встал караван, вокруг каракум, везде карантин, во рту каракурт, стая акул, косяк паракут. Это все я приду за тобой, выпущу все из обеих обой. Я разнесу твой закос выебом, если не придумал ничего своего. Вот оно время платить долги, барон суббота танцует под этот гимн. И даже мертвецы встают из могил, злой малой из таких. Кто мертвец? Я? Я помню, что должен был представить тебя принцессой, просто строчку не придумал. Да ты в пятом, только потому что эти су... Кто? Судьи тащат ноунеймов. С чего ты взял? Ну смотри, Ливан вылетел, СТ вылетел, Хованский вылетел, я вылетел! Благо, Оксимирон, умный парень, вовремя понял, что к чему и слил. Ну а Steam? А Steam против ноунейма? Без шансов. Снова попал на селебу. Чё там с теорией вероятности? Отдайте паспорт, поеду. Хотя было приятно здесь, но выхода нету. Видимо, мне тут пора валить. Валить оппонента, хотя лига и шеф свою хаку хорошо танцевали. Начало батл-рэпа, для меня это пятый официальный. Ты ворвался и разорвал, и меня надолго взяло. Ведь то, что делал там ты, тогда было вершиной всего. А через несколько лет бошку взорвало. Прошел на мир, принадлежит тебе. ЧСВ, как бивень нарвало стало. Ты помнишь? Да, это я был. Да не наябываю, а дьявол. Мои песни гремели на все село. Не знал, что так повернется судьба. И конкурс пения столкнет нас, я пот вытираю со лба. Тут 17-е мгновение, радуйся. Пойдут два старика в неожиданном ракурсе, по разные стороны баррикад. Да, я почти такой же древний, как ты, трицератопса трэпа. У тебя ачивки там разные, меня нету, да, но мне похуй. Сказал было я, но потом подумал, не похуй. Неплохо было бы тоже быть рэпом, хотя это баян. Вспыхнет заряд, да, во мне заряд в миллион мегатон, миллиган, я готов. Можешь даже вылить дерьмо.
клейма на меня, но потом будь добр съебаться. Где тут хозяин дома? Пора бы тебя выписать уже из квартиры номер 17. Я отправляюсь в долгий путь без тебя. Дело нескольких минут утонуть в пиздюлях. Это война, все ждут разборок. Хотят хатыня, тут просто просыпается город. Не просыпаешься ты. Не дам пройти меня этим котам. У него вот как-то вот такой вот флоу, он перебежками читает. Довольно прикольно, но вот как-то странно звучит. Ну вот, а тут просто просыпается город, не просыпаешься. Ты забавно, кстати. Неплохой панч. Катана для одного тут заточена, да, все именно так. Да, можно попасть на любого, да, каждый раунд лабиринт. Но там Минотавр, значит, далее фигурирует Крид. Давай без обид, не волнуйся по пустякам. И пусть и бар, пусть будет стимпанк. Хотя ты рэп, я забыл со своим альтер-эго. Твулики, товарищ Сир Бейлиш. Билли, ты бэд гай, только не Миллиган, на Айлиш. Я знаю твой самый страшный кошмар. Стим в комнате 101, перед ним тот, кого нельзя называть. Нервы трещат по швам, это было шикарно, мать его, ты помнишь этого мужика? Имя ему Джиган. А помнишь, я просился на лейбл к тебе, хотя где он теперь? А ты игнорил, и вот выпал шанс отомстить, но я за любовь. Вон дверь, оденься и уходи. Я трахнул твое ЧСВ 1-1. Оденься, уходи, 1-1. Бля, ну, у Эльпаса я не заметил прям какого-то крутого раскрытия. Пару раз было неплохое упоминание. В целом мысль он свою сказал с помощью этого. Структура текста. Вот тут тоже панчи я особо не услышал. Ну, сравнение. Пора валить, валить оппонента. Ну вот я пытаюсь найти какой-нибудь панч. И вот панч тут только вот этот. А тут просто просыпается город, не просыпаешься ты. Ну ты не Миллиган, а Айлиш, ну такой себе. Ладно, давайте тоже два, потому что я ничего здесь такого не увидел. По рифмам... Блин, у него рифм много. Но ничего интересного я здесь тоже по рифмам не услышал. Были там сквозные, еще там двойные были, но, как по мне, это дефолт, и у Стима примерно такой же, поэтому тоже два. По технике три, не было ничего интересного, но флоу такой, местами с перебежками, необычный. Фишки, что тут можно за фишки считать? Вокала ничего такого не было. Хотя, блядь. Я уже не помню, что было. Одиссей, иди лепами, я акул. Помню, что должен был представить. На селебу, чё там пятый офицер столкнёт на потом. Будь того тут заточу, bad guy, только не милик. Да нет фишек. Ну, точнее, на тройку точно их нет. Уникальность? Ну, уникальность 3, я такого еще не слышал нигде. Примерно такого. Харизма есть. Вот фишки... Вот так, наверное. Потому что, ну, там все-таки какие-то перебежки, распевки были. Допустим, ОВ-1. Что у нас получается? 6. Блять, 6 плюс 3, 2, 3, 8. Плюс 1. Равно 15. Ой, блядь, 25, 15. 15-то маловато получается. Я бы не сказал, что трек Стима прям вот настолько сильнее, но по баллам получается так. Ну, можно подтянуть, на самом деле, фишки, может, до тройки. Девятка за исполнение. Ну, тут нет девятки за исполнение. Давайте еще раз Эльпаса я послушаю.
ноль треков. Не вру, есть пруф. Я не отличу грязный юг от трэпа без чувств. Будто спал в криокамере. Недостаток практики, стайл как окаменел. А у новичков всех тату на ебле. Странный шмот у них в ателье шьет моделье. В культуре появилась зелень, будь милосердней. На ютубе люди голодают по сей день. Выпрашивают как собаки лайки, потом убать, бать, байт. Это МС раком все. Индустрия в неожиданном ракурсе. Службу спасения нужно. Звоню 1-7, меня не узнают. А я вернувшийся Одиссей. И так и изменилось. Да не, это круто звучит. Давайте поднимем фишки, чтобы просто вот тут девяточку сделать. Звучит это круто, 16. Вот так вот. Ну, можно ОВ поднять еще. Потому что это, ну, первая часть вообще нормальная. Ну вот, и 17 получается. Вот так уже похоже на правду. Я считаю, что Steam все-таки был чуть посильнее по тексту. Так и есть. По звучанию они примерно одинаковые. Ну и ОВ вот такой вот. И получается 17-18 у нас. Ну, голос за Стима, очевидно. И вот так вот. Ну, Эль Пасо создал неплохой трек. Вот по моему скромному мнению, ему не хватило чего-то. Панчи не хватило. По технике он не мог уже выше сделать, я думаю. Ну вот панчи бы добавить и нормально, потому что панчи я здесь не услышал. В общем, напишите свое мнение по поводу этой пары в комментариях. Не надо писать, правда, что Steam в одну калитку. Просто пишите там свои примерные расценки и прочее. 100 лайков не забывайте ставить, чтобы завтра вышел Шум Лучник. Подписываться на канал и нажимать колокольчик тоже надо. Потому что очень много смотрят без подписки. Там вот сейчас снизу красная кнопочка, серая, ее сделайте, и все будет тип-топ. Спасибо, что посмотрели. Заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети. Инстаграм, подписка, фоточки лайкайте. Буду рад, мне будет приятно. В ВК добавляю всех в друзья. И группу ВК подписывайтесь, там мое творчество выходить будет. Ну и уже там есть там дистрек. Ну вот это вот, вы понимаете. Ну в общем, с вами был Must Head. Всем удачи и всем пока.